Под конец 2016 года молодежный совет при Думе округа практически полностью обновил свой состав. Многие юноши и девушки, которые раньше составляли костяк организации, покинули ее из-за учебы, воинской службы и по другим причинам. О том, что успели сделать члены молсовета в прошлом году, рассказала его председатель Мария Авраменко. Члены совета участвовали в нескольких субботниках, в уборке и благоустройстве памятников на территории нашего округа. Кроме того, ежегодным событием стало проведение всероссийского тестирования по истории Отечества. Уже провели в третий раз, довольно успешно, с каждым годом участников все больше. На смену тем, кто покинул молодежный совет в прошлом году, уже пришла новая команда. Ребята активные и творческие. Первое заседание в новом составе с участием главы округа Николая Рудя прошло 29 декабря. Новые участники уссурийской организации смогут попробовать себя на поприще законотворчества. Наш совет при Думе активно сотрудничает с краевым молодежным парламентом. Председатель депутатской комиссии Галина Овсянникова пожелала успехов уссурийским активистам. Чтобы тот совет новый, который был принят в декабре месяце, работал с большим энтузиазмом в 2017 году. Это заседание комиссии по социальной политике стало первым в наступившем году. Помимо отчета о достижениях молодежного совета, депутаты также обсудили внесение изменений в устав округа и в одно из прошлых решений нашего представительного органа. Евгений Талов, Никита Файзуллин, Телемикс.